Календарный год близок к завершению. Время подводить итоги. Как правило, последней контрольной цифрой становятся показатели работы за 9 месяцев. По ним сверяют выполнение планов. Итоги подвели сегодня в Минздравсоцразвитие. В расширенной коллегии принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. 2013 год для здравоохранения Чувашии выдался удачным. В рамках программы модернизации завершился капитальный ремонт 40 лечебных учреждений. Закуплено около 3000 единиц современного оборудования. Все это позволило повысить качество оказываемых медицинских услуг. В 2012 году впервые за последние 20 лет рождаемость превысила смертность. В этом году удалось сохранить положительную тенденцию. Но нам еще есть к чему стремиться, заметил глава Чувашии. Сегодня наше население Чувашской республики удовлетворено на 45,7%. Этот показатель, он лучше, чем в целом, в среднем по Российской Федерации. И у нас в медицину не первый год, а десятилетиями вкладывались соответствующие средства. Вот эти показатели у нас должны улучшаться, и мы должны преодолеть 50-процентный рубеж. Основные векторы работы системы здравоохранения – всеобщая диспансеризация населения, охрана материнства и детства, информатизация отрасли. Кроме того, участники расширенного заседания коллегии Минздрава обсудили вопросы эффективности закупок, проводимых лечебными учреждениями, итоги независимой оценки качества работы медиков. Отдельно обсудили резервы, которые необходимо задействовать для снижения смертности от новообразования и внешних причин. Эти показатели по-прежнему тревожат медиков как Чувашии, так и России в целом. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.